Твоя студия. Добрый вечер. Это Радио 1, первое подмосковное радио. В эфире, как и всегда по пятницам, проект «Своя студия». Сегодня ко мне, к Алисе Гребенщиковой, ведущей этого проекта, пришли в гости, наверное, самые-самые позитивные и интересные музыкальные ребята. Довольно взрослые, но все равно почему-то я не могу вас назвать как-то... Смешными? Да нет, наоборот. Не могу вас назвать как-то, ну, как-то всерьез к вам джентльмены, хотя среди нас есть и дамы, и барышни. Хулиганьё. Да. Вот правда, мне тоже хочется сказать хулиганьё. Сейчас мне подсказывает Андрей. Группа называется «Манго-манго». Здравствуйте. Приличные такие хулиганы. Приличные, выдержанные временем. Вот. Выдержанные, да, как хороший коньяк. Да. Сегодня у нас в гостях хороший коньяк. Группа «Манго-манго». Да, хороший такой. Сколько? 28-звездочный коньяк «Манго-манго». Ну что, начнем, может быть? Да. Итак, проверяем готовность. Давайте взлетим сразу. Прям сразу взлетим. Отличное. Как только сказал «проверяем готовность», сразу Королёв вспомнился. Итак, проверяя готовность. Начиная отчет. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Поехали! Поехали, говорю! Сбудуху! Эн! Хэдэй! Гей! Сбудуху! Эн! Хэдэй! Гей! Сбудуху! Эн! Хэдэй! Гей! Сбудуху! Эн! Хэнамэн! Она! Дэ! Трэйс! Кватро! Она! Дэ! Трэйс! Кватро! Дэ! Трэйс! Кватро! Один мой товарищ любил прыгнуть с вышки и в воздухе вертелся, как волчок. Тем ударился о воду дурачок. Таких не берут космонавты. Таких не берут космонавты. Таких не берут космонавты. Спейсмен, спейсмен. Другой мой товарищ, любитель рыбалки, поймал большую рыбу на крючок. Теперь его возят на кресле каталки. А не тем ударился о воду дурачок. Таких не берут космонавты. Таких не берут космонавты. Таких не берут космонавты. Спейсмен, спейсмен. Мой третий товарищ, ну прямо был героем. Он знойную пустыню пересек и, говорят, дошел до Каспийского моря. А не тем ударился о воду дурачок. Таких не берут космонавты. Долетайте до самого солнца и домой. Таких не берут космонавты. Таких не берут космонавты. Таких не берут космонавты. Спейсмен, спейсмен, мир! Сейчас как прыгну. Ой, какие вы молодцы! Мы космонавты. Нас взяли, видите, это песня про тех, кого не взяли. Вообще все мы космонавты. Ух ты, ах ты, все мы космонавты, потому что все мы на большом таком космическом корабле под названием «Планета Земля» путешествуем. А как давно вы вместе играете вот в таком составе? В таком составе? Ну, да. Такое ощущение, что мы играем в таком составе со времен Большого Взрыва, потому что состав идеальный, можно так сказать. У нас каждый состав, он идеальный. Получался как-то так вот. И каждый раз это было какое-то вот такое биотическое сообщество такое вот, которое самодостаточное, и, в общем-то, все как винтики в машине, все притертое, и вот так вот получается. Может быть, правильно будет представить наших музыкантов?
Хорошо, хорошо. Итак, сначала я представлю вот Катя, да, барышню представлю. Катя Непрук у нас. Вот, Аверьянов у нас, барабан, душа и гордость нашего коллектива. Катя у нас играет на басу. Александр Дронов у нас, вот у нас два Александра, можете встать между ними и загадывать любое желание, сбывается, проверено. Вот, и Олег Мишин, он у нас, так сказать, гитарная харизма, скажем так, харизма гитарная. Вот смотрите, спасибо, какая у него улыбка, обаятельная, такой вот мужлан, мужлан просто. В обаянии вам всем нельзя отказать. Вы все прекрасные, обаятельные. Вы первые, правда, кто говорите это. Первые. Ну, как, ну, не может быть. Я всегда шучу, я всегда шучу. Всегда надо относиться к тому, что я говорю, как к юмору. Так получается. По жизни вот такая вот ситуация сложилась. Так мозги поставлены. Кать, можно тебе вопрос? Вот смотри, у тебя красный шестиструнный бас. Шести, да? Да. Я правильно считаю? Как так? Обычно же на бас-гитаре гораздо меньше струн. Как так? Ну, на обычной меньше, а здесь вот так вот. Надо же выделяться как-то. У тебя еще и желтые ногти, смотри-ка. Ой, да. Но это все туда же. Специальный цвет. Специальный цвет выбирали для того, чтобы контрастировать, да, вот, с красным басом. И совмещаться как-то вот. Тут... Да, и с маечкой тоже. Мы с маечкой, да, с очками совсем вот с этим делом. С вашей прической, потому что цветом вашей прически угадали сегодня. Да, да, да. У нас все, и у Саши футболка у нас оранжевая, и часы желтые. Это что, это вот сценический образ или это ваша жизнь такая разноцветная? Ну, вот так вот получается. Яркая. Как-то вот в сером ходить тоже иногда прикольно, но это только для прикола. Потому что вот так вот все время... само внутреннее состояние, изнутри которое вот существует, праздник какой-то внутренний, он не отпускает тебя, и это все выплескивается наружу. Так получается. Не знаю, я в этом не виноват. И ребята тоже в этом не виноваты, просто вот соединились те, у кого все время на душе праздник. Хотя двое из коллектива в черных футболках. А у одного вообще написано «Лепрозорий». Но у каждого свой праздник, понимаете? У кого-то такие черные праздники. А он, Олег, он играет в группе, которая называется «Катарсис». Вот. Нет, а такой... на черной футболке, смотрите, написано «Манго-манго» и «Пятерня у сердца». Прямо у сердца. Можете положить туда руку, и ваше желание исполнится. У нас всегда желание исполняется. Потому что хорошие желания, они имеют позитивную силу. Так, я после того, как услышала вашу сейчас песню, поняла, что у наших слушателей есть желание увидеть вас вживую. Да. Так, это можно будет сделать совсем скоро, как я понимаю. Да, совсем скоро, но лето наступило, поэтому в Москве это делать бесполезно. Можно искать, кричать: «Ау, манго-манго!» Манго-манго нет в Москве. Манго-манго едет на Сурьефест, сначала в Коктебель приезжайте, там будет очень много этих, как его, как они называются-то, йоги, там будут йоги, и они же русские ротоборцы, почему-то вот так соединилось, йога и русские ротоборцы, только в нашей стране это все соединяется очень хорошо, и так как это абсурдно, мы где абсурд, там и мы появляемся. Мы едем также на фестиваль, это уже никакого абсурда, это уже Малоярославец будет фестиваль, 2 числа мы там будем в первой половине 2 дня. Июля. 2 июля, да, мы будем там выступать, будем заводить гашетки там все, у всех, будем кататься на мотоциклах, радоваться и попутно будем петь песни. А туда надо покупать билеты на вот этот фестиваль в Малоярославце? Я думаю, что все это будет на улице. Просто надо завести машину, завести мотоцикл, завести все, что есть. И самое главное, завести мозги. И приехать в Малоярославец — это довольно-таки такое событие, которое происходит каждый год. И каждый год туда там встречается очень много интересных коллективов, очень много интересных музыкантов и очень много интересных мото, я имею в виду, циклистов. А кто, кроме вас, еще будет выступать? Ой, там такие будут группы, там будет выступать. Там огромный список, я сейчас не могу сказать, но там будут выступать многие представители нашей рок-сцены. Вот, ну, скажем так, что... Ой, кого же вспомнить, дай бог памяти-то. Ну, вот многие. Точно... Многие. Там многие будут выступать. Да, многие. Агата Кристи, например, вот я вспомнил, наконец. Там будут выступать, да, там будут выступать представители этой группы. Вот так вот. То есть там хороший набор. А можно еще послушать вашу песню? Какую-нибудь, да, можно. Да. Сейчас мы споем новую песню. Не то, что новая, у нас вышел альбом в прошлом году. «Манго-манго сегодня». Today. Тудейщики мы. И вот этот Today как раз альбом про тачку. О, как раз песня про тачку. Заводи мотор, давай живей. Давай!
прям так жалко, что я не могла сейчас танцевать, привязана наушниками к стойке. Внутренне, да? Я не то слово. Я вот и чуть-чуть фрагментами потанцевала. Ногами, плечами, глазами, ушами. Собирайте всех радиослушателей и приводите на наши концерты. И на Сурифест, и на байк-фестиваль. А вот то есть начнется, у нас будет очень много концертов в Москве, например, в Рюмочной. В Рюмочную приходите. Знаете Рюмочная Зюзина? Нет. Там в трехлитровых банках дают эти напитки, пиво дают в трехлитровых банках, там в литровых банках, ну и для детей там дают в маленьких пол-литровых банках вот, пиво. И там очень много народ заходит, там зайти нельзя, вот так вот. И поэтому приходите, там натанцуемся просто невероятно. Ой, спасибо за приглашение, я обязательно им воспользуюсь. Так, про Зюзина я поняла. Про Зюзина сразу представили, да? Да-да-да. Ой, там такие. Про Малый Ярославец поняла. Ой, да. А можно я вот немножко задам вопрос на другую тему, не на музыкальную? Просто мы перед эфиром чуть-чуть вскользь поговорили. Да. И, Андрей, вы рассказали про то, что вы биотехнолог, и у вас лагерь сейчас. Да, что? Лагерь биотехнологии. Лагерь биотехнологии. Просто у наших слушателей есть дети, а то и внуки. И всегда эта проблема детских лагерей интересных, она довольно остро стоит. И когда я была ребенком, ну, довольно были стандартные программы, а сейчас предлагается столько всего интересного, как мне кажется. И вы тоже ведете направление в... Да, у меня своя студия, она называется «Биостанция». Это находится, запишите, уважаемые радиослушатели, школа «Образ», подмосковная Малаховская школа «Образ». Запишите адрес, зайдите туда на сайт. Там очень интересно планируется в этом году лагерь. В этом году мы берем задание РГО по фенологическим исследованиям. Будем с детьми делать серьезное научное задание. Я прослежу, чтобы все было абсолютно честно. Мы с детьми будем делать модели живых клеток. Будем собирать всевозможные биоматериалы, сушить гербарии и в 3D снимать всевозможные фильмы про биологию. Будем также делать сами сыр, будем делать творог, закваски и заниматься настоящей, выращивать микробов. Микробов, потом давать им имена и устраивать борьбу между инфузориями, допустим, и дафниями. Дафнии победят. А какие могут быть имена у микробов? Ну, нормально, мы когда с червячками, я когда принес им червячков и учил технологии разведения червяков, и насколько это выгодно, раздал каждому по червяку, и каждый ребенок присвоил, так как школа православная, у них такие появились червяки, Пафнутий, они ходили с ним на руке, Пафнутий, там еще кто этот, как его, Ферапонт был, я помню, такой жирный червь, Ферапонт, он все на главенство, на лидерство претендовал. Так что интересно, приводите в школу образ, вот, и вы тоже сына приезжаете. Это может любой человек со стороны, да? Не обязательно тот, кто учащийся этой школы «Образ». Да, любой человек может позвонить в школу «Образ» и записаться в этот лагерь. Тем более, что в этом году я чувствую, что у меня будут каникулы Бонифации, поскольку все отряды ко мне записываются на студию, и я чувствую, все преподаватели будут отдыхать, а я буду ходить по лесам в экспедиции. Ну ничего, я думаю, что эти 3 недели я выдержу, и самое главное, что будет радость и для меня, и для детей. Пока вы так интересно все это рассказываете, что мне самой жалко, что я не школьник сейчас и не могу поехать. А вы можете поехать, руководителем, вы можете поехать, взять сына так. И поехать прямо туда, записаться. И мало того, что вы еще там, вы будете наставником. Дети будут рады наставнику такому прекрасному. Кроме того, вы сможете обучить детей театральному искусству, сможете рассказать им прекрасные истории. Это да, это я могу. Поехали. А с какого возраста дети могут туда приходить? А вот дети у нас детсадовского возраста, вообще с самого детсадовского. И что, они тоже про ДНК начинают что-то... У меня они на скорость. Нет, стоит вопрос, соберутся, скомплементируют они молекулы ДНК, они не скомплементируют. Они выходят у меня 5 человек, и на скорость кто быстрее скомплементирует. Да вы что, они такие у меня грамотные. Ой, белемниты, это они мне приносят каждый день в школу. Ископаемые мы с ними ищем. Это я удивляюсь. Вот кто-то на днях, мы ехали на гастроли, и девушка-водитель, она сказала... Ой, у наших детей, они потерянное поколение, им некуда идти, им, они все такие потерянные. Не согласен. Кто потерян, тот потерян, а кто не потерян, тот не потерян. Да вообще никто не потерян. Сейчас такие возможности у детей, такие возможности и к обучению, и ко всему прочему. Поэтому я считаю, Алиса, я вас приглашаю в этот прекрасный лагерь, за 3 недели оторвемся, да еще и песенку новую запишем. Три недели смена идет? Да, 3 недели идет смена. А дети там все время живут, да? Или дети живут? Нет, дети живут там все время, все это. И потом там еще будет 3-дневный поход на байдарках.
Ничего себе. Да, у меня океанская байдарка, обалденная такая. Она переплыла уже море вместе с мной и с моим братом. Вот, правда, такое море, знаете, такое... Кеннерет мы переплыли. Вот, 13 километров туда и обратно. Вот, и 3 дня поход будет на байдарках до храма Покрова на Нерли. И там будет служба, там будет очень все красиво, и все это будет колокольня. На байдарке даже там будет размещена колокольня, представляете? И мы будем с колокольным звоном 3 дня шуровать по реке. Я никогда не могла себе представить, что на байдарке может быть колокольня. Колокольня. Вы открываете мне новый мир, и мне, и нашим слушателям, я уверена. И вот, кстати, очень хочу вот... Просто за вами было так интересно наблюдать, когда вы играли эти песни. И я думаю, как хорошо, что у нас есть возможность, у наших слушателей есть возможность смотреть потом эфиры на YouTube, потому что у нас все выкладывается. Потому что слушать — это одно удовольствие, а видеть — это двойное удовольствие, тройное. И уж не знаю даже какое. Вы меня смущаете. Вы меня смущаете. Вы сейчас шутите, да, опять? Что вы делаете? Конечно. Ну что, давайте сыграем? Давайте. У нас сейчас будет песня такая, она очень такая. Это, мы панки называется. Панки задумались наконец-то. Задумались. Вот задумчивая песня. Одна из наших самых задумчивых песен. Но здесь как раз и вылезает наша. Вроде бы веселые ребята, но здесь вылезает панковская мурла. Люди ловят сигналы. Люди ловят, ловят, ловят.
ловят сигналы. Люди ловят сигналы. А что дети ваши говорят? Не говорят вам: пап, ну ты взрослый человек, ну что вы ты про сигналы поешь? Ох, видели бы вы этих детей. Они про тостер поют, про как тостер взбунтовался и это решил... Яна поет про тостер? Да, Яна Смирнова поет про тостер в группе Краснознаменной дивизии моей бабушки. А потом они же про астронавтов тоже поют. Мы про космонавтов, а они дальше пошли. Дальше. Блин, про астронавтов теперь. Не, у нас очень хорошие дети, они... Как бы очень нас сильно радует. Вот дочка у меня сегодня дочка Лиза у меня поступает в этом году в институт. Дай бог, чтобы она поступила. В какой, кстати? А вот это секрет. А, это, знаете, хорошо. Секрет, да, тайна. А вот Яночка у нас, вот она работает в дивизии бабушки. Так, имени нашей мамы, так сказать. Так что, видите, династия сам не думала, а сам вот так вот получилось. Так что мы все подмосковные ребята, к тому же. Все из Подмосковья. Александр у нас из Зеленограда. Вот все, в общем-то, у нас где-то близки к Подмосковью. Вот Мытищи. Вот. А я из Малаховки. А вот вы рассказывали еще про губернаторскую премию мне за кадром. Это можно тоже озвучить нашим слушателям. А, губернаторская премия, да. В прошлом году понравилось получать губернаторскую премию губернатора Подмосковья. Наша Подмосковье называется премия. Была социальная инициатива у нас. Мы сделали народный кинотеатр. Вот у нас Александр поставлял мне актеров, поставлял мне всевозможных режиссеров, чтобы проводить этот киноклуб. Мы сделали киноклуб, и получили губернаторскую премию. В этом году мы как раз биостанцию двинули на эту премию. Уже приняты мы, нас уже аттестовали, так что ждем теперь подарков от губернатора нашего Воробьева. Вот, ему большой-большой привет. Мне кажется, ему передадут обязательно, даже если он сам не услышит, ему непременно передадут. Так, а у нас у Александра нет микрофона, да, поэтому он у нас молчалив. Расскажи, Александр, я переверну себе микрофон и принесу тебе. Расскажи нам что-нибудь. Просто интересно про киноклуб и про кинорежиссеров. В общем, это моя профильная история, поэтому мне хочется послушать, как это было устроено. Александр у нас принимает участие. Он пишет песни для фильмов и дружит со многими режиссерами, с Павлом Санаевым. Ну, расскажи, Саш. Ну, я как бы работал с таким прикольным режиссером, как Паша Санаев. Мы с ним делали две работы как раз «Последний уикенд». На прекрасный фильм. Вот я как раз писал музыку всю там. Андрей, тревожную. Вот, да, да. Тревожная музыка, да, да, как да. Раз. Даже диск вышел отдельным саундтреком. И Андрей вот писал текст туда. Так что мы... А про киноклуб, как вот вы это все организовали? А это Андрей организовал. Он просто меня попросил, чтобы я ему каких-то... В общем, да, личностей из мира кино доставил. Так, Андрей, возвращай, пожалуйста, себе микрофон. И расскажи, где вы это все проходило, во-первых, это важно. Это проходило в Малаховском летнем театре. В Малаховске есть такой летний театр, где и Шаляпин, там, и Пушкин. Фаина Раневская. Да, и Фаина Раневская была. И вот там сейчас был кинотеатр, такой люди приходили, мы рассказывали про фильмы. И про «Последний уикенд» рассказали. А показывали фильмы тоже, да? Показывали фильмы. И потом сняли мы такую вот небольшую зарисовку, сами сняли фильм со зрителями. Называется «Почему я люблю Малаховку». И каждый раз сказал: я люблю Малаховку, потому что здесь прекрасное озеро. Я люблю Малаховку, потому что здесь хороший воздух и кругом сосны. Я люблю Малаховку, потому что здесь можно хулиганить. И так далее и тому подобное. И очень много набралось хороших позитивных отзывов. Я предлагаю сделать это движение всесоюзным, и каждый должен сказать, почему. Не, много можно сказать от негативного, почему я не люблю. А вот почему я люблю именно вот такая вот. И вот каждый может рассказать про свое место, про своих родителей. Почему я люблю своих родителей? Почему я люблю Малаховку? Почему я люблю солнце? Почему я люблю свет? Почему я люблю море? Кать, а ты почему? Ты любишь Малаховку? Давай так. А Кать не из Малаховки. Я не из Малаховки, но я, наверное, люблю ее, потому что вот Андрей оттуда. Ну, то есть я люблю Малаховку, потому что Андрей оттуда. Да? Да. Олег, вот сейчас попробуем немножко я тоже люблю, заснять. Потому что мы с Андреем там репетировали. Да. Разгружать вагоны, мы там сняли
несколько клипов, да? У нас есть еще одна группа, называется «Разгружать вагоны». Мы однажды в яхт-клуб приехали, они говорят, кто приехали? Мы говорили, разгружать вагон приехали. Он говорит, нет вагонов, у нас одни яхты. Мы говорим, будем разгружать, что есть. А что, подождите, а что это за группа? А это группа, в которой мы играем на балалайках, совсем другая музыка. Мы играем на балалайках, на гармошках, на всевозможных трещалках и трещотках. И а поем такие псевдонародные песни. На деревне ложатся на зореньки, очень быстро народ устает и так далее. А можно еще? В интернете можно найти и посмотреть. Да. Вот. Еще что-нибудь спеть из вагонов? Да, 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 еще очень из вагонов. Когда непонимание, опять у нас с тобою страдание меж левою и правою ногою. Красные лампасы, желтые погоны. Как нелепо в этом виде разгружать вагоны. И как по всему Подмосковью можно это дело, так сказать, быть народными песнями. Мы часто выступаем как раз именно по таким маленьким подмосковным городам, типа Софьино, Бронница и так далее и тому подобное. И люди сразу скидывают почему-то с себя майки, почему такая традиция появилась, майки, и начинают как-то странно вот так вот двигаться нестандартно. Очень интересно. А еще песню группы «Манго-манго» исполните? С удовольствием. Причем такую песню, которую мы всегда исполняем, когда выходим на сцену, потому что каждый мужчина воин, каждая девушка санитарка воина, мы всегда это говорим перед этой песней, потому что это самая, я считаю, что это про эту песню самая такая подходящая шутка. Иначе не шуточное дело-то, потому что до сих пор... И откуда они прилетают? Солдаты сидят в окопах, пули летят слишком быстро. Командир отдает приказание, наш комбат начистил медали, видно, хочет пойти в атаку, но он пойдет первым. Прекрасно работает снайпер, а пули летят, пули. Командир отдает приказание, солдаты сидят в окопах, потому что летят пули. Саперы роются в грунте, взрывают 100-тонную мину, но она все равно не взорвется. Шпион отвинтил контрагайку, а пули летят, пули. Шальные летят не очень, солдаты сидят в окопах, солдаты читают почту. А повар придумал ужин, немного крупы перловой, немного коры дубовой, немного болотной тины, немного дорожной. Немного солдат не умрет голодным. А пули летят, пули. Командир отдает приказание. Солдаты сидят в окопах и слушают звуки гармони. Гармон! Проблемы. Самолет улетел в стратосферу, не вернется пилот героем. Зачитался письмо из дома, а пули летят, будто птицы, взлетают и больно клюются.
солдаты сидят. Где? И смеются. Хорошая вещь, привычка. Вот. Неожиданно закончилась попались, песня. Попались. Все зрители всегда попадаются, где сидят. Все кричат в окопах. Мы говорим, эх, тоже мне. И смеются. У нас много таких заманух на концертах. Например, каждый раз мы ищем Мамаду, когда поем про Мамаду. Мы каждый раз, о, смотрите, кто прилетел. Смотрите, смотрите, кто прилетел к нам. Вон на лампочке сидит. Все оборачиваются, включая нашего директора. Каждый раз. О, ему-то чего оборачиваться? Он эту шутку миллион раз слышал уже. Нет, оборачивается все равно. Миллион раз. А вы же давно так выступаете. У вас что-то меняется? Ваше отношение к тем песням, которые вы играете много лет? Вот «Пули», вы ниже... Ну, старые довольно. Очень старые. Невероятно старые. Это вот просто, я не знаю, столько не живут просто-напросто. Ой, традиционно. Тривиальная шутка. Не люблю тривиальных шуток. Вот, «Пули», они, видите, у нас иногда забываем. Настолько они старые, что мы забываем иногда слова. Вот однажды на концерте я забыл слова. Я забыл слова «Пуль», подхожу к Олегу. Говорю, Олег, как начинается песня «Пули летят»? Он говорит, а что такое? Я говорю, я слова забыл. Он говорит, а я не помнил никогда. Пойдем, говорит, Кате подходим, говорим, Кать, проблема. А играет, группа играет, разогревается, вот как «Пули летят», готовится, надо петь. Зрители стоят, ждут, когда начнем петь. Я говорю, Катюш, расскажи, как начинается песня «Пули летят»? Она говорит, идите, пойте, так и начинается. «Пули летят, пули». Ах, так поняли, разбежали. Вот так вот получилось у нас. Так вот весело. Мы иногда забываем. Во время исполнения того же «Мамаду» я иногда начинаю думать, чего у меня на... Почему-то вот странная песня. Почему начинаю думать, что на ужин я буду есть. Вот свою на концерте. Концерт только начинается, мы ее всегда третьей песней исполняем. И думаю, что же я буду есть на ужин сегодня. Вот почему-то вот странно. Поэтому старые песни, они имеют какую-то такую... На них отдыхаешь, в общем-то. Не то, что на новых. На новых нужно напрягаться? На новых не напрягаешься. Новые песни — это всегда такое некое возбуждение. Испытываешь, как тогда, когда выходил первый раз на сцену, появляется адреналин. А на старых, что там адреналин? Каждое движение рассчитано. Здесь повернулся, здесь показал, как это. Здесь как сигналы, да? Как сигнал, здесь ножку поднял. Все запрограммировано. И вот на аквалангиста, когда будем исполнять аквалангиста, увидите. И мы быстро прыгаем в воду. Вот не хотят, даже вот договаривались, давайте не будем сегодня прыгать. И все равно все раз, хоп, и все прыгают. Отработка, отработано все. То есть на автомате? Автомат. Рефлекс. Да, да, да. Как поэт Тревер. Хочу быть автоматом. Это, да, это такие вот условные рефлексы. Скажем так, что у нас это все дело, мы относимся к тем, к тому виду биологическому, который очень хорошо усваивает условные рефлексы. Вот, мы не стремимся держаться за что-то старое. Мы все время ищем чего-то новое, потому что главное, чтобы было самим интересно работать. А когда чего-то раз ты начал сам себя ротировать и туда-сюда самокопирование пошел, надоест, начнется депрессия. И это а у вас не бывает депрессии? Бывают, бывают, но они какие-то такие поверхностно неглубокие. Откуда они возникнут, если вот постоянно ты занят делом, ты занят каким-то делом, рабочая пчела не унывает. Главное средство от депрессии – это работать. Но тут главное тоже не угореть, не выгореть. Вот есть люди, у которых много работы, но у них все равно депрессия. А вот это не ту работу нашел. Главное не тратить, а получать удовольствие от работы. Идеальное сочетание, когда ты не просто работаешь, а получаешь от работы невообразимое удовольствие. Я вот думал, ну вот как, ну да, мне попросили родственницы поработать в школе учителем биолога, чтобы ну как-то там туда-сюда, я шел туда, как на каторгу. Ну не люблю я вот это вот все, обязанности какие-то там туда-сюда, но когда я увидел, что мне понравилось, я ощутил контакт, я ощутил, как после концерта, ощутил вот такое вот, как будто я дал что-то полезное, и мне полезное тоже вернули дети своими знаниями. Вот, и мне понравилась эта работа, я теперь и там тоже удовольствие получаю, балдею. И здесь я балдею, и там я балдею. То есть сейчас хочу уточнить, вы до сих пор работаете в школе? Ну да, я как бы это у меня идет параллельно, я и в школе, и вот пионерлагерь. Мне нравится работать с детьми. Мне вот контакт с детьми у меня какой-то возникает. Наверное, потому что я... У меня вот есть стишок такой, не знаю, будет ли мне 80 лет, но 50 уже прошло, а почему-то снова 18. Не 18, открою секрет, 11.
Я вот точно так же с ними вот все интересные штуки проживаю вместе, как будто мне 11 лет, и я подросток, только начинается у меня, так сказать, пубертат. Извиняюсь за неприличное слово. Вы на уроке тоже в желтых футболках бываете? Ой, они меня стилягой зовут. Какие да? желтые футболки, что вы, я там так прихожу иногда. К детям можно пробиться только через подкорку, а подкорку надо пробиваться событием. А событие это может быть любое, может быть одежда, может быть 3D, там я сделал для них пирамидку, 3D-пирамидку буду им показывать животных, или что-то подпрыгнуть, рассказать, сделать какой-то, вызвать кого-то, вместе с ним сделать какой-нибудь психологический опыт, от которого бы все обалдели. Какой, просто. Например? Ну вот, например, психологический опыт. Вот сделайте вот так вот руку, вот так вот сделайте руку. И вот так вот вторую руку поставьте, и обоими глазами смотрите, у вас на руке появится дырка. Вот. Психологический опыт вы совместите просто бинокулярное зрение. Иллюзия, иллюзия. И вот такими вот иллюзиями, развлекая во время занятий, мы проводим, так сказать, наши мастер-классы. А как мы добывали огонь из как? Трутовиков. Я, в школе? Да, я натащил... На уроке? На уроке прям добывали огонь. В помещении школы, да? В помещении школы. Mm-hmm. Все дети спичек не захватили? Нет, не захватили. Но сейчас мы огонь добудем. И давай это, добывать огонь. Трением. Трением добывали огонь. Я ушел, они все руки себе стерли. Я ушел, у нас дым пошел, реально пошел дым, и все это засняли. Вот я ушел, и все вместе со старшими классами все продолжили добывать огонь. А как я ходил, это, прохожу мимо старших классов и бурчу себя. Как же сменить пол? Как же сменить пол? Как же сменить пол? Они, ну все, биолог свист. Когда пришел на занятие, они говорят, вы что-то бурчали про смену пола. Я говорю, да, как сменить пол? Кто ответит, тому пятерка в четверти. Они начали мне такие давать советы, отрезать, пришить там и так далее. Я говорю, никак не сменить, потому что у нас каждая соматическая клетка имеет XY или XX, и это менять надо полностью, нам молекулы ДНК в каждой клетке. Поэтому все это, ребята, смена пола, это клоунада. Все таки ура! Мы так и знали. Видите, какие открытия мы совершаем на наших уроках. Я замерла прям. А чего про школу? Лучше про музыку. Лучше про музыку. У нас же сегодня музыкальная это, передача-то. То, что мы рассказываем про школу, тоже очень важно и интересно. Важно. Это жители правда. Подмосковья сейчас детей отправляют на лето в лагеря. Поэтому очень интересно, чтобы вот как бы это прошло. А потом профессия биотехнолога. Что может быть сейчас более перспективно? Биос — это что? Жизнь, это интересно. Ну, не знаю, только квантовая физика. Так. Тем, кому не подвластна квантовая физика, и кто не чувствует влечения к квантовой физике, но хочет чего-то быть увлечен в какое-то очень интересное дело, ему в биотехнологии. Да, welcome to biotechnology, в общем-то. Mm-hmm. Приходите, международная профессия, очень востребована во всем мире. Ну, хорошо, сами вы хотели вернуться к музыке, хотя мне про школу тоже очень интересно. Ну, давайте тогда возвращаемся к музыке. Итак, мы возвращаемся к музыке и споем сейчас... У нас в каждой песне присутствует романтика. Романтика и биотехнология, и путешествия, и особенно в этой песне, потому что мы, в общем-то, знаете, открою секрет, мы относимся к виду водоплавающих людей. Как вот у водоплавающих собак, у них между лапами, между пальцами лап перепоночки. Вот у нас тоже перепоночки на всех наших органах, на пароподиях, на наших тоже перепоночки, но мы каждый день старательно их стрижем, потому что ходить по Москве, как ихтиандр, не совсем культурно. Но вот сейчас мы приедем на Сурьефест в Коктебель, и я думаю, что мы отрастим наши ласты и все вместе со всем Коктебелем споем международный марш, марш, и поздравим всех с международным днем аквалангизма! We'll be right back.
сирена, и мы быстро прыгаем в воду. Мы жить не привыкли на суше, мы любим нырять и купаться. Аквалангиста, это хорошо. Да, и взрослые знают, и дети, мы радость творим на планете. Аквалангиста, это не игра. Меня укусила акула, тебя укусила акула, ее укусила акула, да нас всех укусила акула. Аквалангиста, это не игра. Не игра. И мы подпрыгнули. Все-таки да. Все подпрыгнули. А Катя думала, что мы договорились не прыгать, и не подпрыгнула. Подпрыгнула? Нет, Катя подпрыгнула, подпрыгнула. Катя подпрыгнула тоже? Да, да. Саша только на кахоне не подпрыгнул. На кахоне трудно подпрыгнуть вообще. На кахоне плохо прыгается, я пробовал. Один раз подпрыгнешь, и нет кахона просто. А я себя поймала на мысли, что я... Ну, честно, ну, должна признаться, что я давно не слушала ваших песен, но, ну, я же не знаю, сколько лет, ну, вот, может быть, 10 лет, но вы начали петь, и я помню все слова. О, видите как, это полезно, это вот как бы хороший такой, хороший знак, потому что думаешь, ну, все, приходишь вот в эту в рюмочную, думаешь, елы-палы, ничего себе, пришли люди, стоят с банками, и начинаешь петь, и начинаешь отдыхать. И на аквалангистах, и на пулях, потому что поют все вместе с тобой, зная слова, это так удивляет. Ну, секундочку, а таких не берут в космонавты тоже. Космонавты тоже, да, Мамаду подпевают. Да. Поэтому идешь и думаешь, о, ничего себе, все вместе пели, как будто действительно знаменитый. Вот себе идешь, кажется, а вот действительно, вот представить, как будто знаменит. Слушайте, ну просто вы заняли такую нишу, и там никого больше нет, там только вы одни и есть. Это как, это как в еловом лесу, никого не впускает, никого не выпускает. Это создается такой биогеоциноз такой вот особенный. А кто будет петь? Кому надо петь такие сумасшедшие тексты? Ведь за идиота примут. Вот, и как-то и подражать, как-то манго-манго, зачем тебе вот подражать? Я же не такой, как они. Что же мне это из себя теперь? Давайте этого корчить. Вы невероятно светлые и счастливые какие-то. Вы же счастливые, правда? Это же не ложное ощущение мне создалось? Есть маленько, есть такое внутреннее счастье. Ой, какое-то. Они как улыбаются. Хорошо. Все улыбаются. Это, говорится, как говорит психиатр Гордеева, есть такой психиатр, это не мой психиатр, просто фамилии Гордеевых много. Вот. Психиатр Гордеева говорит, что главное настроиться. Главное это настроиться в жизни. Как настроишься, так все и будет. И был такой один мудрец, к нему пришли два ученика, и говорит, вот город, куда ты нас послал, так себе. Ругали там нас, кидались камнями, чуть не убили. А второй говорит, отличный город, отличный. Не убили, проводили до дверей и сказали, куда идти. Говорит, надо же, обалденный город. Он говорит, кто из нас прав? А прав? Говорит, вы оба правы. Как настроиться, как посмотреть на эту жизнь? Спасибо большое, что вы нас так сегодня хорошо настроили. Это была группа «Манго» на Радио 1, на Первом подмосковном радио. Но вы не думаете, что я сейчас вот так с вами, да, со слушателем попрощалась, и с вами тоже прощаюсь. Нет. Нет. Я обрадовалась одновременно. Нет, у вас, я вижу, там еще одна песня записана. Да. Это только я прощаюсь. А вы еще нет, а вы еще поете. Мы хотим пожелать всем нашим радиослушателям спокойной ночи, потому что надвигается ночь, и завтра будет день. Выключайте ваши гаджеты, хорошо отдохните. Завтра будет новый день и новые открытия. Всем желаем новых открытий. И, Алиса, тебя тоже поздравляем с праздником. С каким? С любым праздником. Главное, чтобы он был на душе. Я забыла спросить про соцсети. А соцсети, ну да. Вы же пользуетесь соцсетями, да? Как следить за вашей афишей? Где? Во-первых, у нас есть группа «Манго-манго» ВКонтакте. Несколько групп, очень обширные достаточно группы. Вот, в Фейсбуке мы очень хорошо представляем. Каждый раз и у меня вот Андрей Гордеев, личная моя страница. Я там постоянно такие стремлюсь выкладывать интересные посты, как про музыку, так и про нашу жизнь. И у нас есть сайт, конечно же, есть сайт mangomango.ru. Заходите, там всегда есть новости, есть где мы выступаем, где мы, так назовем это, работой, где мы работаем, где и мы меня, веселимся. Знаете, что подкупило? Что у вас интересная информация есть еще на сайте, которая
Да. Раздел такой есть. Да, у нас есть интересная информация, потому что, видите, у каждого полезная свой проект. Полезная информация, интересная информация. Да, это... У каждого множество всевозможных проектов. Мы все приглашаем в наш проект присоединиться и наших радиослушателей. Давайте объединимся, и все будем... Мы будем манго-манго, мы будем радиослушатели, а вы будете манго-манго и так далее. Давайте все перемешаемся. Вот, перемешаемся и устроим такой массовый праздник, особенно, наверное, вот на Малоярославце, на Сурифесте, напоминаю, в Гластенберри пабе, а также в рюмочной Зязина, куда мы всех приглашаем. Песня. А песня, которую мы хотим спеть, это новая совершенно песня, я что-то ушел в междометие, пожелать всем спокойной ночи и всегда новых радостных открытий. Одноклассники уже засыпают, это делают они раньше всех, но пока еще ВКонтакте летает возбужденный заливистый смех. Утомились стрелять игроманы, и у блогеров высякали посты, и будильник прозвенит очень рано. Почему же отдохнуть не хочешь ты? Доброй ночи, интернет, прочь заботы. Пусть они, как поздний спам, улетят, но не спят порой ночною только боты. Киберботы по жизни не спят, злому троллеру не хочется троллить. Скайпу ночь не видно низки, утомился юзер лайкать и злословить. Наконец-то отдохнули мозги, и нечего, что не задался краудфандинг. Заработаешь еще миллион, не узнает ни подруга, ни начальник. А пока что ждет тебя крепкий сон. Гаджет спит он, как и все, устает, лишь не спят трудолюбивые китайцы. И, конечно же, не спит кибербот. Танец кибербота! Киберботы по жизни не спят. Киберботы по жизни не спят. Не спят! Своя студия.